Вот это тема. Крутой дальнобой. Бобрейший утречок, камараден, мучачас и девчачас. Сегодня в центре города Келлер будет кар-шоу. Кар-шоу. Большое кар-шоу, юбилейное, 10 лет. Я приехал позыбать. Ну вот запарковался здесь уже, ребята. Ребята приехали. Посмотрите, какие красавцы. Nice, nice. Пойду посмотрю, что там кого. На улочках Техаса невероятная красота. Суббота, 7 утра. Прохладно. Вчера плюс 35 было весь день. Сегодня не знаю, но около 20, наверное, с утра. Прям вот идеально. Я так думаю, мне надо обвешать мотоцикл камерами. И в субботу, в воскресенье... Вах, какие там газоны ездят. Короче, проезжать в субботу и воскресенье, чисто вот записывать виды. Ехать куда-то пожрать вкусненько. И пока народа нет на улице, тут такое невероятное великолепие. Ну, не только кар-шоу, а вообще природа, погода, людей нет. Микрофоны поставить на выхлоп и на коробку, чтобы ехать и прям четко звуки переключения были. Тут уже все пришли, я смотрю. У меня нет сил и желания снимать полноценное видео, так как я вчера уже наснимал. Но так вот на телефон, наверное, наснимаю. Надо мне делать Patreon, чтобы туда вот такое выкладывать. Электробайки, чтобы чисто здесь кататься. У меня, кстати, электровелосипед есть, и я тут живу недалеко. Айвей. Целая секция мустангов. Это что-то закрытое, похоже на Сильверадо. Да, Шеви Сильверадо, вижу значок. Наяривает с утречка. Мне вот это нравится больше, чем это. У меня прям classic cars. Так, а это что здесь затесалось? Непонятно. Morning. Дядька на меня посмотрел, я разговариваю не на его языке. Вот народ приезжает на кар-шоу. Людей посмотреть, себя показать. Что думаете, они на этих машинах приезжают? Ни хрена, они вот привозят. Ну, это такерия какая-то закусочная. А, походу, опять целое видео наснимаю, блин. У меня GoPro-ха дома осталось. Я чисто с телефоном пришел. А я не хочу тусить здесь с народом, плюс жара уже будет после 10. Good morning. Good morning. How are you doing? Good. That's a really beautiful car. Yeah, thank you. Айвей, вот это красота. Синее двигло, место. Это прям это. Тот, кто чинит. Ссаться кипятком можно. Какой легкий доступ ко всем компонентам, а. Вот эта тема. Ах. Не знаю, что там. 383, по-моему, написано. Да, 383 строук. Строукер. Движок, наверное, такой. Highway. I like the old ones better than new ones. Дядька меня поддержал. Вах! Пушка, бомба, самолет. Вы посмотрите на это. Вот на таком бы я бы ездил, да. По Голливуду. Вах! Офигеть! Morning. Hey, how are you?
I'm good. Wow, these things are amazing. What a great job you've done. Ох. Я мало что знаю про машины, но вот, такие машины мне нравятся. Так, тут всякие сопровождающие штуки, торговать будут. Мэд Макс поехал. Вау, твою ж мать, это же из Кобры. Сузуки какой-то тоже древний, GS1100, годов 80-х, наверное. 83-й. Вот тут еще стоят красавцы зачехленные. Блин, походу придется мне вернуться. Уже жарко, уже припекает. Уже потею. Не припекает, но уже потею. Только солнышко начало выходить сразу. Так, какие-то сувениры. Ох, Honda годов 70-х, наверное. Суперспорт. Прям здоровее значительно, чем этот. Прикол. Еще один суперспорт. Айвей, тут еще есть что-то. Ниху. Вот это да. Вот это тема. Вау. I never seen anything like this. Бентли, еще одна Бентли. Это тоже Бентли? Не знаю, 8 написано, я думал это Б. Это на Бентли похоже. Не пойду, у меня рюкзак за спиной, поцарапаю еще. Суперчарджер, Хэми. Ну, это современное все, Rolls-Royce, ну, так себе. Вот это, по-моему, пи. Можно было на Веспе сюда приехать, но она не в рабочем состоянии. А вон там еще Deuce and a Half. На, приближайся. Не знаю, что это, я уже за***ся. Вот здесь мне бы прям пипец как пригодилось моноколесо. На моноколесе ездить мимо всех, снимать, фотографировать. Вот эту штуку я себе тоже сфоткаю на стену желаний. Вот трансмиссионный тоннель, как я говорил, в Хаммере места нет ни хрена. Вот тут сиденья маленькие такие по бокам, это трансмиссия. Но за счет этого у него центр тяжести
То есть низкий центр тяжести и охренительная проходимость. Перенесли это шоу на месяц, по-моему. Что-то не сложилось в том месяце. Наверное, погода хреновая была. И вот делают сегодня. А это у моего дружбана такой был. Он его разбил. Так, ну тут какие-то... Тут современные все. Вот мне только что это бронка. Или закос под бронка. Тоже нравится. Awesome trucks. Say what? You like it? I do like it. I don't know much about it, but I do adore the old styling, the square body, the retro trucks. Not so much modern stuff. Right. That's a 1969. That's a 70. 1969 70. That's what I've been throwing down. Yeah, looks awesome. Thank you. I had it since high school, 41 years. Wow, 41 years. Мужик говорит, со времен школы у него этот трак. Владеет там 41 год. And you know you overdo, but lose the lover. Every fight you ever do, and know that you, but lover do, but lose the lover. Truck wagon. All it true the part which you would love her. And you know you overdo, but lose the lover. Every fight you ever do, and know that you but love her. But lose the lover. Every fight you ever do, and know that you but love her. But lose the lover. Every fight you ever do, and know that you but love her. But lose the lover. Every fight you ever do, and know that you but love her. But lose the lover. Every fight you ever do, and know that you but love her. Ух, ралли файтер, misbehaving, прикольно. But love her,
Блин, я уже упарился, прям конкретно с меня течет. А, я его помню по фильмам. Нет, это следующая модель. Майкл Дудиков, я ездил на предыдущем. Ну тут еще приезжают и приезжают. Мне не до этого. Мне не до этого. Я поеду по делам уже. Вот это оранжевый тоже клевое. Не знаю, что это. Камара. СС. Да, Камара. Просто в идеальном состоянии. Про каждую тачку можно репортаж снимать. Он пишет: смотри, ну не трогай. Ну я так и делаю. Это у нас Marine Corps. Paumia. Вечно, всегда верен корпусу морской пехоты. По-моему, что-то такое. Возможно. Я такую погоду не переношу. Еще дел никаких не сделал, кроме этого. Двое зацепились языками. Капотом я не видел еще, как у него здесь устроено. Хрена, радиаторы под наклоном, я и не знал, окей. Ну это вот дизель в салон заходит, как я понял. И дальше коробка идет. Чего у него спереди? Только эти, блин, радиаторы занимают столько места. А рулевая здесь огромная, привод на передние колеса.
Короче, у него передок, весь передок занимает привод на передние колеса, и вот двигатель уже туда идет. Ну да, мощно, серьезно, стильно, молодежно. Мощнейшая подвеска. Классный сундук. Со скелетами, небось. 9-й двигатель пожарной охраны. Все равно забавная штука. Ох, вот это прям, ох. Это закись азота или пиво? И то неплохо. На этом точно избранный ездил. С Shady Sands на Сан-Фран. Здоровенный, блин, вообще просто. Что-то нигде не вижу, что это за машина. А, вон там есть. Что тут, на каких, на малых или на больших атомных батареях работает, не вижу отсюда. А вон вертолет, что-то где-то вертолет, шоу. Наверное, тот чувак на вертолете, то есть вот владелец этого. Что, прикольно? Отправил курьером машину, сам на вертолете прилетел, удобно. Транс-АМ, вот эта тема. В фильмах помню его. Такая шляпа, я не знал, что она остается.
Так, а вот этого я не ожидал. Кто-то сюда прилетел. Прикол. Блейзер старый. That I love and love.
of meatball and rubber. Снаряга, все это, все натуральное, пластик. А, руль не с той стороны, где я привык. Чувак, как дела? Lam A1, это похоже даже на британские эти кеды. Нет, это не местные. Такой маркировки не видел. Over to
heaven. I've been nude and overdue. Bet I'm no but lover, never. Look me poor and rubber. Well, I know the day be made. Every fall and overdue. Every new I've been new and overdue. Well, I know that lover never. Крутой дальнобой!